А развернись, пожалуйста. Я? Нет, не ты, Георгий. Спиной сделай удержание. Ну, так за шею не берут, за руку обычно берут. Так. Ну, то же самое сделать. Раз. Да. Нет, стоп, вот это вот. Ну, в принципе, единственное что, отсюда берешь кимоно, раз, отсюда, хоп, и ногу сбрасываешь, еще и душащий делаешь. Правой рукой берешь кимоно, правой рукой, дальнее кимоно, раз, чуть-чуть к себе его, перехватываешь туда левой рукой, под подбородок. Взял? Ну так возьми кимоно. Да. Той рукой отпусти, кимоно возьми. Еще раз посмотри, левой, то есть ты потянул и взял за кимоно. Не понял, да? Нет. Иди сюда. Вот у тебя дверь. Вот взял за кимоно. Ага, левый. Оп. Да. Хорошо. Все, встали. Так, сейчас. Денис Даник пока отдыхает. Пока отдыхает. Денис Даник, идите туда. Значит так. Сербун нападает. Должен сделать коронный прием, который он сейчас отрабатывал. Георгий нападает. Белое бедро. Стопой. Заднюю подножку. Пастухов, ты ему даешь захват, ты не срываешь захваты. Так же честно. Отдал захват. Взял и защищаешься. Защищаешься в основном ногами, туловищем, не руками. Встали. Вы встали. Так, там я задание такое не могу дать. Вы оба хорошо боретесь, поэтому. Вы боретесь. Эй, чемпион! Не позорь меня. Пиццу жрать-то вместе будем, если выиграешь. Но сейчас пока еще нет. Сейчас просто вы как бы разогреваетесь. Готовы? Значит так, Юрий Александрович, у вас нет часов, да? Принеси часы, пожалуйста. 7 минут, 7 минут. Можно 8 минут? 3 минуты. Еще раз, по какой борьбе боремся, какие ближайшие соревнования у Пастухова сам? А, сам. Ну, это 21 февраля, то есть в самом конце я принес и повешу там. У вас. Я не могу, понимаете? Так джиу-джитсу дали на руки, на подпись. Не подписывают, пока денег нет. Государство что у нас? Выборы были, понимаете? И много денег ушло на выборы. И сейчас они хотят. И все сидят, понимаете, никто не может подписать. Нету парламента, нету правительства. То есть некому подписывать. Вы отборолись. Да, по греблингу. Я заплатил за вас, как лицей, деньги. И сейчас буду ждать месяц-два, наверное. Все, приготовились. Внимание. Пожалуйста. Сколько минут? Ну, 3 минуты. Посмотрим, как Сергей сделает коронный бросок. Как Георгий сделает. Показать контрприем можно, но не делаем. Это он защищает. Нормально, бросил хорошо. Просто стараешься ему дать немножко поработать. Да, это можно. Перепотечки можно делать. Блин. Как сэр будет делать?
Андрюха. Мне кажется, там все, я постараюсь выставить в Фейсбуке. Ну так ты не падай. Как он тебя шматнул, блин. Красавец, Андрюха. Вот так ты защищаешь. Как ты там подсекаешь? Ты правда, ты левша подсекаешь правой ногой. Ты левой можешь, да, подсекать цепь за цепь, а правой там наоборот. Дальнюю, ближнюю ногу, чтобы потом на заднюю прийти. Главное придерживай, чтобы он не ударился. А ты его не ударил. Вон, так. Так. Защищаемся, защищаемся. Ну, вытащи его, кто поверхнее. Какой он руку сверху берет? Постарайся ты не дать не тоже. Денис, нога болит? Да? Нет. Может, придете покачаете с Галиком? Как думаешь? Еще побаливает. Возьми Галика. Я не знаю, открыть там или нет. Покачается, да. Чуть-чуть, видишь, разболелось. Надо все-таки ставить вот это. У меня там закрытые ключи я потерял. Не могу их дальше. Ну где? Вот, вот тебе дальник покажет. Блин, ты что не знаешь, что они там висят? Они уже 8 лет висят там. Ай-яй-яй, ногу поставил. Через грудь такой. Вот правильно. Молодец, надо еще будет грудь. 3 минуты. Мате. А можно опороться? Можно. Сейчас. До практики. Так, как мы Пастухова нагрузили? Ага. Пастухов берет чучело. Вон он, Артем. Ты бросаешь, а ты поднимаешь. Поднимаешь и ставишь. Артем берет и бросает. Сколько? 50? 50. 100. 49. Посмотри. Артем, отойди, Георгий. Чтобы раз, бросок. Поднимай. Оп. Вот так. Он бросает, ты поднимаешь. Вот. Вот так. Все, приготовились. Все, у него спинка будет работать. Внимание. Итак. Сколько с вами у нас? Европа, мир, Олимпийские игры, республика. Итак, республика. По грэпплингу. По грэпплингу? Можно? По дзюдо, да? Давайте по дзюдо. Да, все по дзюдо. По дзюдо? По дзюдо, Андрей, по дзюдо. А если так? Готовы? Можно мы по дзюдо? Можно, да. А уже, он стоит, думаю, что... Да ты так. Замочи его. Хорошо, ты дай. Базаре, вот это. Что? Сам. Я просто через руки, да. Линять. Красавец, блин. Хедор, я
Семенов. Кибет. Он сказал, что за первый там бросок. Я ему за. Сколько? Сколько бросков? Да икона или бросок, Пастухов? 39. Сергей Анатольевич, за икона? Это не бросок. Таз заводи. Боритесь. Так я уже чемпион. Ты чемпион республики, боритесь. Еще сколько у нас здесь? Ты не засекал? Засекаю сколько? Еще 2 минуты. Сколько? 3 или 4? 2 минуты засекал. Ну сейчас 2 минуты засеки. Еще. Вот они сейчас 2 минуты отборятся и все. Хорошо. Хорошо? Сергей Анатольевич, а здесь не было никакой бросок? Я не видел, не могу сказать, Дарин, честно не видел. Тут просто кто-то летел. Все. Хорошо. Так, Георгий, теперь пусть он поднимает. Ты 30 бросков делал. Георгий, подними его, сорви от ковра, а потом задницу. Ай-яй-яй-яй-яй. Пожалел он руку. Руку, если бы ты держал и разворачивался. Да, держал, но отпустил. Чезар, куда вы все повыбегали? Приготовьтесь. Со мной было.
Еще раз. Сэр уйдет с Толстяковым, а ты идешь с Георгием. Дзюдо? Да. Приготовились под дзюдо. Вы готовы под дзюдо бороться? Да. Пожалуйста. Или пары. Смотри, ты договариваешься с Бутуком. Что ты со мной договариваешься? Так. Андрюха, ты хотел побороться с Артемом. Значит, Артем, еще раз, захват отдаешь. При бросках старайся не по... Ну, может быть, но аккуратно. Я знаю, я полегче с ним. Хорошо. Сергей Анатольевич, Юрий Саныч, 4 минуты. Готовы? Сергей Анатольевич, все останется. Ха, чемпион тот, кто первый икон сделал, а дальше все равно борется. Если два икона каждый, то тогда ты чемпион. Я бы спасибо, что вы уже. Да нет, я уже почти против. Что ты хочешь? А ударился коленом. А за что? Что такое, что за опять что-то? Ударился коленом, меня в рот попал. А в голову? Да. И так колено болит, голова нет? Так он здесь. Я фигей. Как ты можешь убиться, блин? Георгий. У меня болит отвечает. Кто ты этот упал? У него болит, меня не болит. Ну как можно, блин, удариться? Вот. Я не упал на спину. С этой стороны, когда подсекаешь, его руку в руку хватает. Сильно? Между ног. Если он делает, значит, он сразу уходит.